Артем Кутин, будучи школьником, занимался волейболом и к службе в элитных войсках специально не готовился. Увиливать от армии тоже не собирался. А когда пришел на комиссию, в военкомат парню сообщили, что у него есть шансы попасть в президентский полк. Жесткий был отбор, комиссию много раз проходил. На состояние здоровья делали прям уклон большой. Ну, и что по росту, по весу подходил. Ну и славянский лицо. Более 2 лет в списках кандидатов в президентский полк искитимцев не было. В основном не проходили по состоянию здоровья или не пропускали сотрудники госбезопасности. В этом году сразу 2 человека прошли все предварительные отборы. Узнавал, что это такое вообще, что там строевая, вот это самоучество. Что это серьезные войска. Состояние здоровья, психологическая устойчивость, проверка сотрудниками МВД и Федеральной службы охраны. После столь серьезной проверки кандидатура призывника одобряется, но только предварительно. Последнее слово будет сказано на областном призывном пункте. Сейчас приезжают представители президентского полка. Вот, и приезжают все ребята, которые предварительно отобраны в президентский полк. То есть уйдет только 15 ребят с Новосибирской области. Сегодня вам присваивается новое почетное звание военнослужащие российской армии. С сегодняшнего дня вы становитесь настоящими солдатами, настоящими мужчинами, настоящими защитниками Родины. Я уверен, что год в армии пролетит очень быстро, вы даже, наверное, оглянуться не успеете. Я уверен, что за это время вы найдете новых друзей. За это время вы получите новые знания, навыки, умения, которые пригодятся вам во взрослой жизни. Это уже 2-я отправка искитимских парней для прохождения срочной службы в рамках весенней призывной кампании. В военном комиссариате уверены, что с заданием генерального штаба справятся. На срочную службу будет направлен 121 призывник.